Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришла посылочка, подарок и приз от канала «История денег. Нумизматика» от Давида. Давно ждал я эту посылочку. Вот как у Давида получилось, как он смог ее отправить. Отправил, сразу мне отписал, чтобы я ждал приз и свой подарок. Точнее, он вложил в посылочку еще и подарок. Вот, вижу две монетки, хорошо упакованы. Пришли, наверное, в течение где-то 12 дней из России. Судя по цене на конвертах, обошлась посылочка где-то 200 рублей. Все хорошо упаковано. Нож очень острый. Приходится вскрывать аккуратно, чтобы не повредить и монету, и руки. Вот так вот. Что за монетки, мы сейчас посмотрим. Вот отличная монетка. Пока я даже не знаю, что это за страна, но это презент. Презент от Давида. Такая интересная монета. У меня такой точно в коллекции нету. Огромное спасибо тебе, Давид. Отличная монета. Пополнит мою коллекцию, займет почетное место в моем альбоме. Ну и теперь, собственно, сам приз. Такая вот монета. $25, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года. Отличная монета. И также у меня нету ее в коллекции. Тоже займет почетное место в альбоме. Вот, друзья, ссылочка на канал Давида будет в описании под видео. Если можете, не поленитесь зайти на его канал, подписаться. Вот молодой парень, начинающий нумизмат, снимает хорошие обзоры про монеты. Если можете, поддержите. Ну и, друзья, пожелаю вам всех благ вашим близким. Оставайтесь на моем канале. Если не подписались, подписывайтесь. Дальше будет интересней. До новых встреч!